А сейчас мы находимся на территории комплекса «Черепашья бухта». Здесь находятся таунхаусы на 2 и на 4 хозяина. Небольшие домики двухэтажные. Здесь очень хорошая инфраструктура. То есть здесь есть люди, семьи, которые живут круглогодично. Здесь есть 7 бассейнов, фитнес-центр, ресторан, бар, караоке. Один обогреваемый бассейн. То есть место находится в очень уютной, спокойной местности для тех, кто любит уединение, тишину, природу. К морю здесь пройти около 50 метров, то есть очень близко. Вот вы видите море, а с другой стороны открывается вид на море. Ой, извините, на горы. Вот, на горы. За территорией следят, содержат ее в чистоте, в порядке. Вот, занимаются озеленением. Это входит в оплату ежемесячную. Maintenance fee. Вот это один из бассейнов. Здесь много живут русскоязычных семей. Также англичане. Также на территории этого жилого комплекса находятся несколько детских площадок. Вот одна из них здесь, недалеко от этого бассейна. То есть все очень облагорожено. Если вам интересно узнать больше о возможности приобретения квартиры в этом районе, заполняйте форму, присылайте нам ваши запросы, ваши критерии, и мы вам подберем подходящий вариант.